Томский турнир в самом разгаре, и сейчас состоится бой Ликс Слэйер против Слик Робака. Не путайте их. По произношению почти похоже. Ну что ж, сейчас наши герои готовятся к бою. Посмотрим, покажут ли они нам грандиозную игру. Что ж, разошлись. Начало раунда. Пока ничего не понятно и не ясно. Какие-то понты по углам. И вот Слэйер зажимает Робака. Бурст. Робака отвечает. Контратака и комбо, комбо. Запорол. Ну ничего страшного. У Слэйера и так утекло уже больше половины жизней. Слэйер пытается отыграться. Так что ж, пресс, Слэйер, какие-то конкретные отдельные атаки. Контер. Эх, жаль, сорвалась такая комбо. Fire damage. Да, у Слэйера немного шансов. Конец раунда за Робокаем. Второй раунд. Что же нам преподнесет этот второй раунд? Пока что ничего особенного. Робокай начинает пресс. Слэйер переходит в комбу. Правда, черный бит. Но все равно дамагово. Минус Робокаю. Контер. Так, Слэйер начинает прессить. Контер. Кик-луп. Продолжение. Да. One combo. Второй раунд за Слэйером. Да, я знал, что он сможет. Тоже не будет. Да. Что ж, смотрим. Третий раунд и решающий. Никто не хочет проигрывать. На лицах участников злость. Слэйер стремительно и решительно, без страха и упрека, залетает в угол. Пытается выбраться. Выбрался. Черный бит. Но его это не останавливает. Так. Робокай мечется. Он чувствует силу Слэйера и делает Драгон Панч. Да. Ракеты. Пресс. Слэйер выходит из пресса. Разошлись. Форсбрейк в никуда.